Бисмиллях, ассаляту ассаляму аля расулиллях. 21 из полезных средств для достижения счастливой жизни – выбирать из дел наиболее важные. Из полезных дел, которыми ты можешь заняться, необходимо выбрать то дело, которое является наиболее важным. При этом пусть это будет то, к чему ты имеешь внутреннее расположение и желание этим заниматься. В противном случае оно навеет скуку, томление и, возможно, отвращение. Для определения степени важности обдумай все тщательно и посоветуйся с компетентными людьми. Досконально изучи дело, к которому ты желаешь приступить, а когда польза этого дела станет очевидной, и ты примешь решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающий. И в заключение, хвала Аллаху Господу миров, и да благословит Аллах нашего Господина Пророка Мухаммада, членов его семьи, сподвижников, и да приветствует.